Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Меня зовут Павел Махнач. Я артист, концертный исполнитель всех жанров, также музыкант, барабанщик культурно-делового центра город Салехард и барабанщик нашей ямальской группы «Минус 40». Тема сегодняшнего видео очень такая, ну, для меня простая, а для вас, думаю, будет интересно узнать, из чего состоит барабанная установка, что я обычно использую в своей игре, в работе на сцене, ну и на любых концертных площадках. Ну, первое, что скажу, инструмент очень громкий, очень, скажем так, динамичный, придает большую силу музыки, независимо, какую мы играем, или будь это рок, будь это джаз, либо классическая музыка. Но сейчас не об этом. В первую очередь скажу, что инструмент большой, он состоит из комплекса вообще различных инструментов. Это как своего рода конструктор Лего, который можно собрать по своему вкусу, по своим предпочтениям, как музыкальным, стилистическим, так и желанию, возможностям. Все строится от того, что любит или что предпочитает человек-барабанщик, который играет на этом инструменте. Ну, прежде всего, расскажу о физической, как бы, стороне вопроса, то есть из чего вообще состоит инструмент. Он делится на несколько элементов, то есть у нас есть сами барабаны, это вот кадушки вот цилиндрической формы, у них они состоят из мембраны, вот, состоят с корпуса, то есть это по сути цилиндр. Две мембраны, они между собой работают, когда палочка ударяет по ним, ну, по верхней мембране, она начинает колебаться, создается колебательная волна, вот, резонирует нижний пластик барабана, и, соответственно, таким образом создается своего рода звуковая амплитуда, которая дает непосредственно тон, звук инструмента. Также есть здесь, ну, так называемые тарелки или железо по-простому. Вот. Тарелки дают высокий оттенок, они нужны для различных заполнений, для акцентов, то есть для красивости звучания, для полноты звука. Вот. Каждая тарелка имеет свое назначение, так же, как и каждый барабан имеет свое назначение. Есть основная группа барабанов, есть дополнительные. Вот, основная группа служит для того, чтобы создавать непосредственно ритмический рисунок. Дополнительная группа служит для того, чтобы делать заполнения, для того, чтобы делать своеобразные переходы, акценты, заполнять звуковыми какими-то моментами весь ритм, либо музыкальную какую-то часть. В первую очередь хочу сказать, что, ну, к основной группе относится бас-барабан. Это большой барабан, вот, в который мы играем педалью, то есть это правая нога. Вот. Здесь мы работаем ногой. Нога работает на педали, стоит, колотушка бьет о пластик, получается звук. То есть здесь все просто. Вторым элементом, как бы основным, служит малый барабан. Он имеет немножко другую особенность. То есть он состоит не только с двух мембран, у него есть еще подструнник, то есть или пружины, вот, кто как называет. Вот, по-английски это snare drum называется, то есть из-за того, что у него есть пружины. Он делает основную, скажем так, работу, иногда его еще называют рабочий барабан, потому что большинство ритмов, переходов и основных элементов музыкальных, ритмических, все проходит по нему. Поэтому он считается, как бы, основным, главным, используется и в, ну, в различных стилях музыки, то есть можно его отдельно ставить, на нем играть. Вот, если это там классика или народные какие-то стили. Но в составе барабанной установки он, как бы, является одним из основных в группе. И также в основную группу входят вот эти две тарелочки. То есть это называется хай-хет. История этого, как бы, элемента очень давняя. Раньше
ну, если с английского перевести, high-hat, высокие шляпы, да, вот, почему так было? Раньше не было вообще хай-хета, вот, еще давно, когда барабанная установка не была такой, как она есть сейчас, люди, барабанщики искали, и различные варианты, которыми можно добавить или усложнить барабанную установку. И тем самым придумали такое вот устройство. То есть они взяли просто две тарелки, совместили и сделали небольшую стоечку такую и с педалькой. То есть и очень долгое время она существовала вот именно в таком виде. Вот, это как бы устройство. Но потом кто-то сообразил, что по нему можно еще играть и рукой. То есть мы играем здесь палочкой правой рукой, да? Они поставили его на стойку и поэтому стали называть хай-хет, то есть высокие шляпы. Но это просто такой немножко момент истории. Вот эти три инструмента, то есть бас-барабан, малый барабан и хай-хет, они составляют основную как бы костяк, основу ритма, потому что любой стиль, в принципе, любой ритм можно сыграть уже на этих трех элементах. Далее у нас здесь на бас-барабане идут рэк-томы или навесные томы, кто как называет. То есть это два барабана, они разного диаметра, вот, разные мензуры. Они служат для того, чтобы делать заполнения, делать переходы, делать сольные какие-то моменты в ритмах, в музыке, ну, в любом жанре, в принципе, используются. Из-за того, что у них разный диаметр, разная мензура, соответственно, разный тон звучания. Обычно, если мы говорим о, скажем так, правосторонней барабанной установке, то есть там, где барабанщик правша, то есть они ставятся от малого диаметра к большому. То есть вешается два тома здесь или три, тут может быть еще. Вот, если вы видели роковых барабанщиков, то есть они много ставят томов для того, чтобы там разыграть какой-то определенный ход или соло, там неважно. То есть все зависит, я же говорю, от предпочтения барабанщика и от стиля музыки, который он играет. Также есть сюда же вот в дополнительную группу есть напольный том. Почему напольный? Потому что он на ножках стоит. Floor tom называется, если английское название. Он тем же самым служит для заполнений, для переходов. Также он имеет такой жирный низкий тон sustain. Вот, для того, чтобы подчеркивать, может быть, вместе с бас-барабаном какие-то элементы интересные. Вот для этого служат именно барабаны. Мы сейчас поговорили об основной группе и о дополнительных, то есть барабанах, которые состоят, в принципе, из дерева, но, может быть, и другие варианты. То есть сейчас очень большую популярность набирают акриловые барабаны. Это прозрачный пластик такой, вот, который можно подсветить различными там световыми приборами. Они очень красиво смотрятся на сцене. Но, опять же, это предпочтение каждого, потому что я больше люблю все-таки деревянные барабаны, потому что звук у них более мягкий, более бархатный, более приятный, ну, для меня лично. Поэтому тут тоже дело каждого. Также есть металлические барабаны, есть латунные барабаны, есть бронзовые барабаны, медные. Очень много материалов в наше время сейчас развелось, с которого делается барабанная установка, ну и в частности барабаны. Также есть композитные материалы, то есть это совмещенные между, ну то есть есть и дерево, и пластик, то есть там очень сложные технологии для определенных каких-то изысканных, скажем так, моментов. Вот. Опять же, в предпочтении барабанщика. Ну, об этом поговорили. Давайте поговорим о железе, о тарелках. Тут, как говорится, предела нет, сколько тарелок может висеть, ну, или стоять на барабанной установке. Почему? Потому что, опять же, все выбирает барабанщик, все выбирает стиль музыки, в котором он работает, вот, и, ну, финансовые возможности. Поэтому я обычно использую два крэша,
То есть это тарелки, которые нужны для акцентов. То есть мы обычно крэшем выделяем сильные доли. Они тоже разных диаметров, то есть есть 18 дюймов, 16 дюймов, есть 14 дюймов, есть 20 дюймов. Также они распределяются по толщине, по весу, вот, то есть есть thin, тонкие тарелки, есть medium, это более толстые, есть heavy, это толстые тарелки, которые используются более в более тяжелых стилях музыки, там роковых, либо каких-нибудь, может быть, фанковых, там, если нужна тяжесть музыки. При этом от толщины тарелки, от диаметра тоже зависит и звук, и заполнение. Очень много разных производителей предлагается у нас на рынке, и Paist, и Zildjian, и Sabian, и различные турецкие бренды. То есть очень большое разнообразие. Соответственно, от этого идет и большое разнообразие звука. То есть, опять же, каждый бренд ты можешь выбрать под себя. То есть каждый барабанщик, он выбирает, в принципе, какие тарелки ему более подходят по слуху, по звуку. Должен сказать такую вещь очень важную. То есть если мы говорим в общем о сете, о барабанной установке, то здесь важный момент — физическая сторона звука. То есть мы говорили о бас-барабане, он дает плотный низкий звук, короткий. Мы говорили о малом барабане, он заполняет звуковую палитру средним тоном, средним диапазоном частот. И тарелки, они делают верх, то есть верхние частоты обычно преобладают. Поэтому мы имеем совокупность частотного диапазона полностью, всю. Этим самым достигается очень плотный звук на сцене в плане как бы звуковой подачи. Вот, он прослушивается среди всех инструментов. И есть много нюансов в плане работы на сцене тоже из-за этого. Вот, должен сказать, если звук, ну, барабанов очень громкий, иногда на сцене ставят помосты специально для того, чтобы барабаны немножко поднять. То есть для чего это делается? Многие задавали этот вопрос. Почему барабанщики многие сидят на помосте? Не потому, что их должно быть видно, а потому что, когда играется на барабанной установке, звук уходит вперед. Если мы расположим барабаны на полу, то есть весь вот этот вот звук, весь, скажем так, шум, он будет идти в микрофоны, он будет идти впереди стоящим музыкантам, вокалистам, бить по ушам. Поэтому барабаны обычно ставятся на помосты. Также используются различные шилды, то есть это загородки обычно пластиковые, прозрачные, то есть они не для того, чтобы там уберечь барабанщика от каких-то там летящих предметов, или наоборот, чтобы там многие задавали вопрос, зачем вам драмшилд, чтобы палочки там зрителя не улетали. Нет, на самом деле это еще одно как бы средство для того, чтобы убрать шум со сцены от звучащих барабанов. Вот, удобная очень штука. Вот, поэтому, если в следующий раз увидите, вы уже будете знать, что это такое. Итак, для того, чтобы подзвучить барабаны на сцене, чтобы они звучали и передавался звук в зал, используются, естественно, микрофоны, используются очень сложные системы, и мониторинг, и различные элементы технически сложные, от помостов, заканчивая стойками, микрофонами. Поэтому иногда, когда смотришь на барабаны, это комплекс целый. То есть тут и стойки микрофонные, тут и стойки под тарелки, тут и держатели различные, и много очень каких-то элементов. Потому что это все собирается, и это каждый барабанщик, в принципе, может использовать для непосредственно игры, плюс непосредственно микрофоны, и все эти устройства, они используются для передачи звука в зал. Поэтому в этом есть определенная сложность и для барабанщика, и для технической команды, которые собирают этот звук и ставят.
Что использую я? Я обычно ставлю два оверхеда, то есть это оверхеды, это микрофоны, которые ставятся над тарелками, вот, для того, чтобы захватить их звук. Плюс каждый барабан подзвучивается микрофоном. Вот, подзвучивается железо, вот, бас-барабан. Все это уходит по звуковому тракту в путь звукооператору или звукорежиссеру. Этот звук обрабатывается и приходит вот сюда, на этот пульт. То есть я вам потом ближе покажу немножко, что я использую здесь. Об этом подробнее расскажу. Еще также я не рассказал о нескольких вещах. Рассказал вам о главных как бы тарелках, о главных элементах, но есть еще дополнительные, как бы, могу их тоже немножко показать, рассказать. Но еще забыл про одну тарелку. Вот у нас есть большая такая, я ее просто позже хотел показать. Есть большая тарелка Rite, называется. Вот. Она служит тоже для различного ритмоведения, для различных заполнений ритмов. То есть имеет такой более широкий звук, оттенок, когда палочкой по ней играешь, то есть она более долго звучит, чем тарелки Crash, для того, чтобы заполнить полностью ритмический, как бы, рисунок, чтобы создать определенную, как бы, фактуру звучания. Она очень важная там, вот, в различных стилях. Вот в роке очень важно, потому что очень много барабанщиков играет акценты, пока, например, играется на двух педалях здесь ногами, то есть здесь идут акценты, либо заполнение по райду. Либо джазовые барабанщики, там вообще стиль на том построен, вот, например, там или джазовые какие-то рисунки, или свинг, там все идет через райд. Вот. Но сейчас не об этом, это уже как бы такие музыкальные моменты, вот, о них, может быть, в следующем видео расскажу. Дальше, что у нас еще может быть? Может быть, дополнительное оборудование. Все, что касается навесного дополнительного оборудования, скажем так, барабанной установки, либо отдельно стоящей, вот, они могут быть здесь вместе, если играет один человек, но если есть 2-3 барабанщика, то есть можно поставить еще какие комплексы барабанные и состоящие из разных элементов. То есть это называется перкуссионные инструменты или перкуссия. В данном случае у меня собрана одна барабанная установка, и я играю один, поэтому можем еще рассказать о других элементах. Я их потом ближе покажу. То есть это вот Cowbell есть. То есть он имеет такой звук яркий, но сухой немножко, для того, чтобы обозначать тоже какие-то акценты, ритмические точки там где-то. Скажу, в каких стилях применяется. То есть чаще всего Cowbell можете услышать в латиноамериканской музыке, в афрокубинской музыке, это очень сильно развито. Ну, есть в элементах фанка тоже, можно добавлять этот инструмент. Также можно повесить тамбурин, да, ну, бубен — это не совсем правильное название, то есть тамбурин. То есть это полый калачик с маленькими тарелочками. Ну, все видели этот тамбурин, тут нечего объяснять. Очень удобно иногда тоже в ритмах применять, чередовать между кавбеллом и тамбурином, то есть какие-то вещи, то есть красивости добавлять. Есть также дополнительные тарелки, здесь я все это ближе покажу. Маленькая у меня есть тарелочка, вот это называется Splash, то есть она очень короткое звучание имеет, очень яркая, высокочастотная, для того, чтобы тоже также расставлять какие-то точечки, акценты делать, синку поиграть, ну, кто в музыке, тот понимает, что это такое. Поэтому тоже вот я их использую. Ну, многих сейчас тарелок у меня нету, вот, но обычно у меня их больше, скажем так. Ну, что еще может быть? Вот еще есть инструмент Bar Chimes называется. То есть такие, как небольшие вытянутые металлические палочки, то есть они разной длины.
и они создают вот такой вот красивый перелив. Вот. Используются в медленной музыке, где-нибудь в каких-нибудь балладах, в каких-нибудь медленных композициях для придания какой-то красоты, изящества, заполнения также. По установке, в принципе, все рассказал. Теперь хочу показать вам это все немножко ближе, чтобы вам тоже было понятно, то есть с моего места, как с места барабанщика. Вот, как обещал, показываю все отсюда, с этого вида. Как говорил, малый барабан, основной рабочий, рек-томы или альты, кто как называет, и напольный тон. Железо, крэш, райт, сплэшечка маленькая, хай-хет, тамбуринчик здесь висит, ковбелл и барчаймс. Вот имеет вот такой интересный звук, вот, такой магический. Дальше, что хотел еще сказать. То есть помимо барабанов используется еще различное электронное оборудование, то есть которое позволяет собрать весь звук с барабанов и отправить его по музыкальному тракту звукорежиссеру, как я уже говорил, который обрабатывает этот звук. Обратно звук приходит у меня в этот пульт. То есть здесь подключена мониторная линия, то есть чтобы я слышал себя и других исполнителей. Плюс сюда подходит клик-трек, это когда используются дополнительные какие-то инструменты, так называемый плейбэк, если играть коллективом и без определенных там музыкантов, то можно записать, например, дорожку, там той же там скрипки, флейты, не знаю, где что используется, либо дополнительное какое-то звучание, и посылается он тоже сюда. Вот. Они совмещаются с кликом. То есть клик — это просто щелчки, например, можно так сказать. И происходит синхронизация между звуком плейбека и кликом. Для чего это важно? Для того, чтобы потом синхронизировать можно было и видео, и световые приборы по MIDI можно синхронизировать полностью, световое оборудование и так далее. И плюс клик нам дает ровность игры. Вот. Есть масса барабанщиков, которые играют без него, но с ним лучше, поскольку ровность ритма, если особенно большие какие-то мероприятия или концерты, ровность ритма очень имеет значение и для хореографов, и для других музыкантов, и для различных постановочных элементов, там, где используется, в принципе, музыка. Вот, поэтому это очень важный момент. Также использую очень часто нотные принадлежности, то есть это либо планшет, либо какие-то пипитер, нотки, там, если надо, где-то сложные какие-то вещи. Все это тоже здесь. И используется тоже иногда ноутбук для настройки мониторных линий, для проверки звучания каких-либо электронных элементов. Вот, в принципе, это все используется. Вот такое у меня, скажем так, рабочее место, о котором я вам сегодня рассказал. В принципе, спасибо за внимание. До следующего видео.